Чемпион летних Олимпийских игр в Сиднее по греко-римской борьбе, обладатель бронзовой медали летних Олимпийских игр 2004 года, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, шестикратный чемпион России. Продолжать список регалий этого заслуженного мастера спорта России можно бесконечно. Именитый спортсмен в РТРС Самургашев встретился с юношами и девушками смены в преддверии открытия президентских состязаний. В РТРС Самургашев поделился опытом со школьниками, как дошел до олимпийских вершин и с чего начинал свой путь в большой спорт. Все, что сегодня я делаю, отдавая дань тому, что в меня вложили мой город, моя область, моя страна. Вложили не как в спортсмена, будем так говорить, а как в личности. Своим примером сегодня я с удовольствием делюсь, общаясь с молодежью. Смелцы смогли задать свои вопросы олимпийскому чемпиону. Интересовало все от ощущений от первой победы, секретов эффективных тренировок до трудностей, с которыми пришлось столкнуться за время карьеры. Есть, конечно, проблемы, есть травмы, и любой вид спорта сам подразумевает, большой спорт подразумевает, что без травм не бывает результатов. Но я могу сказать с гордостью, что я эти все травмы преодолел и сегодня ни о чем не жалею. Ильгиз Салихов из Татарстана уже 4 года занимается вольной борьбой. В копилке имеет уже 20 медалей за участие в различных всероссийских соревнованиях. В РТРС Самургашева Ильгиз поинтересовался, есть ли у России шанс победить на чемпионате мира по греко-римской борьбе, который стартовал сегодня в Лас-Вегасе. Для меня очень незабываемое впечатление. Я встретился с чемпионом мира и задал ему вопрос. Я узнал, что надо идти дальше, не отступать и бороться до последнего. Сергей Сахаров из Томской области занимается греко-римской борьбой 2 года. Признается, что здесь набирается опыта для будущих побед. Это моя первая такая встреча с таким великим спортсменом. Я набрался много нового, получил стимул заниматься много, больше и больше. Тоже хотел бы стать каким-нибудь спортсменом высоким. Авторы самых интересных вопросов получили от олимпийского чемпиона подарок. Книга Рафаэля Самургашева «Другие вершины» еще впереди. В завершении встречи юноши и девушки смогли взять автограф и сфотографироваться с именитым гостем. Я всегда получаю удовольствие от общения с молодежью, потому что ничего лучше не бывает. Это открытые глаза, общение, да, вопросы, те, которые их интересуют. Поэтому я сегодня получил огромное удовольствие от этого общения. Думаю, что и ребята тоже.